Так. Что, машинчик? Что у Артема сегодня? У Артема что сегодня? Женский день? Ничего, они просто не пришли. Сказал, что не придет. Вчера одну тренировку и вторую тренировку сам. Вчера ты? Да. Отсюда пришел Саша? Саша. Сказал, будет отдыхать и жить уже будет. А вес? Нормально. Жираф большой, он виднее. А что я там, взвешиваю? Маша. Это хоть молчит, а другие еще капризничают. Кто не нравится, прекрасно. Слава Богу, что у меня такая два пацана и девочка. А какой салт не шляпал? Амель. Алоэ. Алоэ, ама. Какой алоэ? Так редко бывает. Пойдем.
Ульяна, вот это, стоп. Это ты говоришь, ты броски не делаешь? Да. Делаешь броски, вот да. Делаешь, ты и делаешь. Я первый раз тебя делал. Все, давай, следующий. Да. Давай, сними. Ага, все ясно. Так, стоп. Молодец, хорошо. Что за крик? Маша, тебе нормально. Ты. Он тебя бросает, не надо за собой тянуть. Это не Даня. Это не Даня. Даник он мягкий, куда в середину. Это Даник он мягкий, спокойный. Давай. Я даю Денису задание делать бросок. Так, ты ему поднимаешь, он бросает. 30 бросков. Сейчас, одну секундочку, я секундомер выйду. Не успеешь, значит, можешь еще бросать. Так, сейчас я тебе скажу сколько. Вы боритесь. Так, готовы? Вы боритесь. Давай, Денис, бросай. Вы можете делать бросками, но аккуратно. Так, ты готов? Да. Три броска. Готов? Бедро. Через бедро. Да, готов? Джимен. Вот мне его. Поднимай. Ты просто поднимаешь. Вот берешь и бросаешь. Джимен. Два. Так. Значит, за одну минуту у тебя должно быть 30 бросков. Вопросы есть? Да. Нет? Он тебе делает тогда. Нет. Все. Я засекаю минуту, и ты считаешь, что 30 бросков. Одну секундочку. Джимми! Пошел! Считай, что это? Два. Три. Четыре. Семь. Одиннадцать. Ну, это. 20 секунд осталось. Все, следующий. Далее. Есть? Нет. Сделал 30? Сказали все. Ты сделал 30? Нет. Делай! Вы сказали все. А не тебе. Не тебе. Время идет. Не слышу. 13. 20. 22. 23. 24. Время. Не успел, я сказал 30. Не знаю. Я извиняюсь, но я же ему не говорил вам. Так, приготовился. Тебе 25 бросков. Да? Готов? Джим! Раз. Влад, посчитай, пожалуйста, два. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чеза, стоп. На полной стопе, стоишь на полной стопе, даже на пятой. Тебе все время заносит. Влад отдохнул. Вперед, приготовился. 30 бросков. Так, честно, вслух считаю, чтобы я слышал. Готовы? Джимми! Ногами держи его. Ногами держи его. Бери. Ногами за ногу. Все, стой, Кирилл. Восемь. Два.
Забегать, забегать, все сверху надо. Вперед. Раз. Уже надо бросать план. Уже бедро надо делать. Вот, вот, вот. Бедро, 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 кто? Вот. Все. Знаете почему? Потому что вот так его сверху обнял. Все, следующий. Давайте. Ты готов? Да. Битком иди. Сейчас. Его могу считать. Да. Готовы? Не, ничего не. Какой бросок тебе знаешь? Ну, а какой самый бросок? Через бедро, наверное. Готов? Да. Считай один слово. Да. Время? Раз. Раз. Три. Считай отсюда. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Все, следующее. Я. Старайся стойте. Дай им захват, а потом уже как бы вторым номером. Давай, давай, я успеваю. Да, главное не поломайте меня. Вот руку снизу, раз, да, вот. Это не бросок. Это не бросок. Быстрее вчера бросай нормально. Быстрее. Два. Нет. Это не бросок. Время. Минута три. Это не бросок. Вышел на пол вот сюда. Встал. Оставил ничего. Даник, вперед. До броска. С Машей и Даником. До броска. Еще раз. Эй, ты в стойке остаешься. Что они живы и здоровы остались. То есть не рвать захват. Отдай им захват, вторым номером, коп-коп-коп, пошел, раз и бросил. Джин.
Так и Сергею тоже не болит. Отдает захват, даем мягенько, раз, потом зайди. Я не бросаю, постараться бросить. Так, чтобы он сказал, ну, кумбурян, ты красавчик. Видишь, не летит, почему? Потому что ноги прямые, голова вниз. Вот так сидит. Мне как зависит? Не знаю, никак. Я могу залезть, но вы сказать, не сходи. Нет, ломать мне не надо. Так, Денис, сиди здесь. Где ногами работает? Где работа ногами? Где зацепчик? Не по ногам бить, а зацепи. Раз. И стоп. Хорошо, молодец. Но я хотел бы, чтобы ты стоящий остался. Вперед, следующий. Денис, дверь чуть-чуть прикрой. Следующий. Оп. Пацаны, бросите его каждому по 100 лет. 65 часов, а не пацаны. Все, пока. Ну не думай, Влад, это ты будешь отдавать мне деньги. Не получ... Стоп. Влад, не получается вышел. Там сзади. 56. Эй. Там сзади, там есть банан. Возьми один банан. Спасибо. Он сытный, желудок полный. Не так, потому что пить, жрать хочется. Вот, Машка, бросить его, бросить. Я такси вызвал, тебя довольно такси отвезли. Все. Сейчас, пацаны, он у вас и бросать уже не сможет. Сейчас подождите. Так же, как и Дарин их можем бросать. Сергей Анатольевич, оп. Можно душ? Да, можно. Мягче. Старайся поймать, вот что он сейчас хочет сделать, контратаку. Ногами можно работать. Александр, что ты не вызвонили? О, голубок, Виктор. Здравствуй, коллега, слушаю тебя. Вадим сказал, мне позвонил, сказал, что 10.00, 10 в понедельник собрание. Ну вот я только не понял, это общее собрание или чисто мужик? Вот, ну и есть. Да. А ты что, не хочешь? А ты вообще не на тренировке, почему? Да. Я как старший, ты бывший старший тренер, спрашиваю тебя. Слушай, вы уже в зале тренируетесь? Да. А, ну их нафиг эти сборы, блин. Я бы с удовольствием. С кем? Скажи мне, с кем? Да, туда и обратно на такси, только тогда. Да, а так, что, ты там тренируешь. А что вы там... Да тебе, так ты когда зайдет директор, скажи ему, где твои люди? Да вот они. Вот пошли задние. Да, так что нам. Ты едешь куда-то? Терраспорт поедешь? Ты едешь? Я хочу поехать в пятницу на субботу, я не хочу ехать. С утра до вечера. Тяжко. В общем, там положение, я оставил все положения по самбо, по дзюдо, по террасполе, угорите ей. Да, посмотрите. Так что ты можешь, да, можешь пойти взять ксерокопию у тебя будет. Хорошо, ты сейчас дома? А в машине есть хоть мотор?
Так едь домой. Едь домой. А ну нафиг, блин, пятница, езжай домой и все. Что нам пенсионерам надо? Там у тебя уже есть. Побудь на Олимпиаде. Все. Денис Веру есть, и бухло хватит тебе. Нет, просто будет, но, наверное, мы не успеем уже. Не наше, да? Хорошо. Хорошо, Витенька. Был рад тебя услышать. В понедельник мы тебя увидим. Ага, все счастливо. Так, стоп, смотри. Шара не проходит. Берешь, становишься туда, ты идешь туда. Что, Игорек? Опыт качалось? Оно качалось? Качается? Да. С телефона? Омоется? Денис, он поработал, немножко устал, он 3 килограмма согнал. А что вы сидите? Вот вы вдвоем. Вдвоем бороться, да? Да, что? Как вы? А ну, Георгий, соберись, этот повторит, твой дедушка выходит. Да. Еще раз, боритесь, но когда будете бороться, броски все делайте. В партере, смотрите, бросок, фиксация 2 балла. Если ты выходишь из положения, когда на коленях между ног, выходишь 3 балла. И удержание сверху, ну так вот правило у них написано, у них каждый раз новые правила. Сверху, когда удержание делаешь, 4 балла. И когда ты попадаешь назад, фиксируешь ноги, шею или руки отсюда, 4 балла. Вот тогда, когда ты дали ему 4 балла, то есть оно маунт называется, как там вот сзади. То есть он был как бы отсюда, а потом зашел тебе назад. 4. Вот написано. Но там-то не было написано. Так, что здесь? Даня. Вперед. Взял нашу красавицу. Маша, вперед. На руки. В нагрузку. На руки домой отнес, Даня. Так, Маша, делаем 3 броска. Да, не поддавайся. Ты красавчик, конечно, я знаю, спокоен, да, не поддавайся. Пусть она помучается. Пусть она сделает 2,5 броска, но не 3, хорошо? Хорошо. Можешь ее тоже бросать. Все, ты готов? Так, какой бросок делаешь? 30. Бедро. Так, я засекаю. Не успеваешь, делаешь еще раз. Можно поясни кимоно? Нет, джиу-джитсу выступаем. Соберись. Готовы? Джим, пока не бросают, вы боретесь. А здоровый заслужили? Нет, кажется. Надо документы ходить подавать, он не умоление. Хочешь, чтобы кто-то другой сделал? Ну, Ходер можно за Вьера бросить? А он заслуженный. Что, Ходер? Да, я слышу. А может и нет, надо узнать у него. Готов. А ну, Влад, покажи Угуряну, как надо кидать. Угуряну, считаешь, что? Подожди, я камеру не поставил. А то вы меня обманываете, блин. Даринчик, посчитаешь, хорошо? Только так, чтобы я слышал. Итак, кидает Влад Бурдужа. Готов? Пожалуйста, 30 секунд, 30 бросков. Время! 30 секунд, 30 бросков. Вот. Ой, минута. Thank you.
Почему это сюда надо делать? Почему руку отпустил? Внушающий болевой. Сколько? 20. Один. Давай, 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 не успеваешь. Что вы смотрите, боритесь? Время. Отдыхаешь. Так, кто? Вам. Вам другое задание. До свидания, студент. Вам нужно вытолкнуть своего противника за ковер. 10 раз. Стоп, стоп, подожди. Готовы? 10 раз. Хаджина, Унгурян, приготовился. 1-0. Маша, 1-0. Кто проигрывает, дает команду. Даник вытолкнул, ты ее на тебя. Так я не дал команду. Ты в ее кто выталкиваешь, и она тебя выталкивает. Да. Даник готов? Посчитай, пожалуйста, Влад. Хорошо. Время! Раз. А вот ваши бросок. Три. Вот так. Яйца удерживают. 1-0 Даник выиграет. Да, а как ты считала, ты его обманула? 8. Ноги, 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 ноги. Держать его, Георгий, держать. За голову пройди, пройди, пройди. Вот. 12. Проходи, проходи, проходи. 12. Че, за что? 15. 2. Маш, уже 2 раза. 17. 19. 20. Еще 3 раза. Еще 5 раз. 2. 3. 4. Хорошо. Оставляйте чуть-чуть вот там. Стоп! Все на Т. Влад, идешь туда. Вы меняетесь, Унгуря, оставь чуть-чуть, потому что вы еще будете бросать. Унгуря, мы сюда. Так, Даник ушел. До броска и меняетесь. До броска. Что такое чудо? Влад пока шел, наступил тебе? Негодяй. А, готовы? 5 минут. Хаджина, видите, они уже через 5 минут опять броски будут. Даня, что там? Все, давай, 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 давай. Маша, пока он мертвый, надо его. Маша, попробуй. Маша, не стесняйся, бросай. Оп, видишь, как плохо падаешь. Георгий, подвернули, все, летишь, сделай страховку и все. А ты где? Это потому что вот это. Да, объясни. Это потому что я это, вот эта рука, вот это. Не играет роль. Он не держит так, он так держит. Не играет роль. Да, просто. Георгий, что стало? Хаджина, пошли, 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 гонимся. 5 минут. Давай, 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 Чезаро, мочи его. Видишь, он уже мертвый. Сейчас я им еще дам броски. Скоро дойдет до того, что вы его сами еще и поднимать будете. Ну, все, следующее. Если не получается данный комплект, жестко брать. Давай, давай, давай. Все, следующий. Вот Даник умница, хорошо упал. Вот, видишь,
за голову, за голову, он тебе за пояс. Все. Давай, 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 давай. Осторожненько. Руку раз сразу за туловище, ладно. За туловище. Обними. Все, выпрямись. Выпрямись. Все. Взял за туловище, сразу выпрямляйте. Да, пожалуйста. Бросок вперед. Бросок через грудь, подсечка. Давай. Ты бросил? Нет. Да, как не было. Бросила, все, Даник, выходи. Плача. Не знаю, здесь кто-то упал. Я думал посмотреть. Я хотел делать, через пятую, но я не видел. Ну и хорошо, молодец. Спасибо. Мне самое главное, говори, бросай, так, ну чтобы они целые остались. Все, следующий. 2,5 минуты еще осталось, и вы опять броски делаете. Да, 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 да. Я не вижу, чтобы ты работал. Попробовать через грудь прошу. Локти, локти, черзок. Страховка где? Здоровье самое главное. Чем жестче на операции, тем ниже становится, да? Ну это нормально. Ты старайся как бы ему поменьше жесткости, когда он выпрямится, а легче его будет бросить. Так, 30 секунд, и сейчас вы броски будете делать, а вы будете бороться. Похоже, закладывай левый сверху. Подни. Вот где подсечки? Зацепь. Зацепчик. Зацепь. Вот подсечка, переходящая в зацепку. Когда он не будет бояться, он будет стоять сильнее. Так что нормально. Ты? Так, Маша, выходишь с Даником, ты ушел туда, приготовились, а вы боретесь. У вас 5 минут борьбы. Даник, вы боретесь, а вы готовитесь броской, броски делать. Все, начали? Где она? Она в сумке. А что у нее все? Потом все. Я думал, ты же шкуру кидала с вами. Сейчас надо ездить. Пойдемся на аэропорт. Ты не видел, сколько? Готовы? Нет. А что? Нет, ты еще нет. Ты отдыхаешь. После
Я скажу, когда готовятся. Тебе я скажу, когда. Они борются, а ты отдыхай пока. Можешь через грудь сделать пару бросков. Или отдыхай. Они 2 минуты отборются, а потом тебя, а потом убьют. Я это, наверное, зафиксирую. И этот, как подготовительное действие, они щелкают пальчиками. О, у Маши тоже тогда будет. Ну через него Георгий проиграл. Туда надо было кувыркаться. Задуши его. Thank you.
Привет, да, будет. Бумага, что ли? Готовы? Джиме! Добрый скат! Там дырка? Нет, там как кто-то плюнул. Шмаркнулся. С первого этажа. Попало на третий. Боремся. 5 минут. Интересно, там бы только что не заснул. Давай, там бросай меня. О! Вот он, красавец! Не вытащил. Не вытащил. Пошел на зацепку на него. Видишь? Следующий. Дарин, молодец, что ты хочешь перед ним. Ничего не делать. Вот так.
Гарик, завалил. Ну, завалил. Ну, или завалил. А вот она же вот... Держи руку здесь. Вот поймал руку, все, вот. Держи руку здесь. Ну, вот она начала, а как не гнул сюда. Еще раз. Бери захват. Держи вот эту руку здесь. Вот этой рукой бери. Вот этой рукой работаешь. Вот достал руку. Достал. Так можешь взять, можешь так взять. Так же. А я не понимаю, возьми захват. Как, вот так вы. Как ты ему разрешаешь так брать? Вот как ты разрешаешь? Это он тебя не просит. А на соревнованиях сразу будешь. Вот это все, вот это жопа. Вот ты должен. Твоя рука здесь должна быть снизу. Здесь твоя должна быть, его должна быть сверху. Еще она согнута должна быть. Согнута. Если она прямая у тебя, все, ты улетел. Я не говорю про него. Про крестики, про ноги. Мате. Куда? Сейчас да, идешь будешь бороться 5 минут. Ты идешь бросать, Маша сюда. Вытолкнуть. Единственное, что вот так пальцами надо делать. Ладошками стараться. Не кулаками, а ладошками. Я знаю, как ты кулаками. Так, вы готовы? Вы боритесь. Пока они не закончат бросать, вы боритесь. Вы боритесь. Так же. Вы отдыхаете. 1-0. Есть. А зафиксировать, бэй! Чернов, стойку. Где фиксация? 2-0. 2-0. Ну, правильно. 2-1. Так, через бедро.
считаешь 30 брусков. Минута. Готов? Да. Джимейш! Какой брусок? Поднимай. Поднимай чуть-чуть. Не бери. Где руки? Где руки? Где руки? Не махай руками, ручки держи впереди. А ты сейчас получишь по этому, по щечке. Нет. Руки внизу, дай ему по щечке один раз. Глаз все бросаем, бросаем. Бросаем, бросаем. Сейчас еще раз. Здравствуйте. Да, бру. Я чуть тебе извиняюсь. Ты что, первый раз так делаешь? Слушай, я тебя лучше. Завтра с 3 до 5. Извиняйте его больше. Давай, давай, бросай! Одна минута 10 секунд. Отвлекаешься. Угрянно готовься. Это кого из меня? А? Кого из меня? Артур Страйк, он пришел, я опоздал чуть-чуть, то есть я пришел не в 12 часов на тренировку, не в час. Я пришел в 10 минут второго, Юрий Саш. Он заглянул мне Юрий Саш и ушел. А маме говорит, тренера нету, я пойду по делам. Что вы лежите, бороться? Еще он Буряну должен на минуту бросать. Готов? Да. Где? Считай. Раз. Два. Три. Давай, дай. Пять. А как правильно отсюда? Шесть. Тут зависит. Шесть. Тут зависит от кимоно. Если мы так называем, то все палец уйдет. То есть, вот оно. Вот так. Вот такое движение. Можешь взять, если оно позволяет. Но я брал вот здесь. То есть если как здесь. Или брал отсюда, вот убирался. Или вот здесь. А здесь? Вот это нет, почему-то, что здесь письмо. Два. Маша, боремся. Четыре. Вот отойди в сторону. 25. А ты? Так, пошли вокруг ковра. Это еще не все. А как мы воскресенье будем бороться? Как мертвый? Ну и что? То ты выходишь и говоришь, что там в пятницу плохая тренировка была. Не, отлично тренировка. То ты нагрузишь, ой, а как я буду бороться? То ты решаешь. Так, грузиться надо предвидеть, а не перед тренировкой. А что, ты завтра придешь, что ли? Нет. Завтра? Завтра я так, я завтра со школы иду. Куда? Собирать мусор. Куда? Собирать мусор. Из-за этого мне 2 десятки. А сразу на роботу? А? Смысл? На роботу? Что-то... Ты здесь будешь? А? Здесь будет работать? Нет. А, в парк идет? Да, в парк. А, ну вот как раз там Влад, да, Бутуксик строится. Там, давай, вы с Алешей гуляете в субботу, в воскресенье, ссорите, вот он, Влад идет убирать. Я тоже уйду. Тоже, да? А будешь убирать то, что на соревне? Курточку одевай. Одели курточку, построили. А, да, я еще извиняюсь, еще броски у нас. Пожалуйста, построились. Так, сейчас можете зайти на этот сайт Федерации. Сейчас идут сборы. Подготовку к
Я не знаю.